Приветствую вас на канале Экобогрев. В этом видео мы покажем краткий обзор и распаковку жилета с подогревом, новинки. Это сезон 2021, сейчас октябрь. Мы получили новинку, жилет с подогревом, умный, на Bluetooth. То есть управляется обогрев с помощью не только кнопочки, как обычно до этого было, ну а также с помощью мобильного приложения через Bluetooth для iOS и для Android. Эта модель называется Eco Обогрев Multisize 3 Up Bluetooth 5 вольт. Значит, предшественник у нас уже есть на сайте, очень популярная модель, фактически топ продаж Multisize 7. Это жилет, у которого есть три размера, вернее, три позиции, слева и три справа по объему, по охвату груди, ну, а также сверху по охвату, получается, плеча. Здесь же тоже мультисайз, только немножко другая схема. Вот, он вот так вот тянется, и получается, он вытягивается до, у него разница до 10 сантиметров может быть в охвате груди. Соответственно, слева и справа. Вот. Есть три универсальных размера. Опять же, с шагом 10 сантиметров. Размеры я в описании под видео вам покажу. Так, дальше. Значит, есть спереди два карманчика. Вот жилет, если так вот провести, немножко звук создает. Это есть полиэфирное волокно, или фактически полиэстер называется ткань. Очень практичная, не мнется, хорошо носится, эластичная, удобная носки. И в середине есть подкладка с хлопка, дышащая подкладка. Вот нагревательные зоны. Здесь три нагревательные зоны, но они, в отличие от Multisize 7, они большие. Они побольше будут. Вот первая нагревательная зона находится, значит, на животе, и вторая тоже на животе, слева и справа. А третья большая нагревательная зона находится на спине, начиная от поясницы, вот, вот такой вот квадрат, и заканчивая вот здесь до плечей. Между лопатками вот фактически обогревает вот эту вот зону спины. Это около где-то 35 сантиметров длина, большая такая зона. Вот, и у нас есть 5 положений температуры, 5 положений температуры и USB интерфейс для подключения к пауэрбанку. Чтобы жилет заработал, нужен внешний пауэрбанк. Комплект он, как правило, не идет, но у нас есть в магазине пауэрбанки. Можете, конечно, заказывать вместе с ними. Это универсальная мобильная батарея 5-вольтная. Вот, перезаряжаемая. Включим пауэрбанк нажатием кратким. Он уже оповещает индикаторы заряда, сколько здесь уровня осталось. Также LED индикатор засветился, как видите, то, что значит, что пауэрбанк заряжен, и сейчас будет обогрев. Так что включить обогрев нужно нажать, зажать где-то на 1,5-2 секунды кнопочку, и у нас появится красный максимальный режим температуры. Значит, шаг температуры 5 градусов. 5 значений температуры, максимальная. Красненький индикатор — это температура 50-55 градусов по Цельсию. Зеленый, соответственно, 45-50. Синий, значит, 40-45. Фиолетовый 35-40. Ну и последний, это 35 градусов. Это фактически температура тела. Она и предназначены просто для поддержания тепла. Опять же таки, температура нагревательных элементов
поверхность нагревательных элементов, которую я сейчас озвучил, она измеряется и есть заданной при комнатной температуре, при условии, что в комнате у нас плюс 20-25 градусов, 20-22 градуса, в общем, в теплой комнате. Это в таких лабораторных условиях производитель замерял температуру, и, соответственно, на морозе, на улице, возможно, ощущается, будет ощущаться немножко меньше температура, это нужно учесть, а также температура ощущения у каждого человека тоже своя, в зависимости от терморегуляции, состояния сосудов, наличия, возможно, каких-то болезней кровеносно-сосудистой системы, в общем, этого нужно учесть, у каждого еще свой порог ощущения тепла. Так, дальше, значит, Powerbank, это у нас 20 тысяч миллиампер, он у нас большой, если вы берете двадцатку, то фактически она не совсем помещается в карманчике. Есть у нас компактные пауэрбанки на 10 тысяч миллиампер, они фактически, они прятаются в карманчик. Вот. Так, чтобы отключить жилет и постирать его, значит, нужно вот эту вот USB-шку, желательно ее спрятать. Вот, жилет, в принципе, стирается, ручная стирка, или же, если машинные, то очень деликатные и без абразивных там моющих средств. Вот, ну, я бы сказал, я бы, например, стирал их с хозяйственным мылом. Вот, значит, карбоновая термопластина, очень тонкая, излучает инфракрасные тепло в полезном спектре для человека, хорошо прогревает мышечную ткань и создает терапевтический эффект, что советуется врачами, а вот для обогрева тела человека. Сзади я тоже вам покажу, вот такая текстура сзади жилета. Вот, как я уже сказал, есть три размера универсальных. Вот, единственное, что не регулируются плечики, это нужно учесть, вот, в отличие от модели Multisize 7. Ну и в следующем видео я вам покажу, как управлять жилетом с помощью Bluetooth приложения на мобильном телефоне. Этот жилет сейчас продается в зависимости от партии, от прихода, 2200, за 2200 гривен, 2400 гривен, в таком ценовом диапазоне. Вот, возможны также акции от нашего магазина. И также, если покупаете у официального интернет-магазина eco-обогрев.com под нашей маркой, то у вас есть, соответственно, вся программа лояльности и гарантии, есть у вас гарантийный ремонт изделий, после гарантийный ремонт, ну, а также ряд акций, такие как кэшбэк за видеоотзыв при виде друга, скидка постоянного клиента и так далее. Жилет можно заказать с доставкой по Украине, а также за границу в нашем интернет-магазине. Телефоны и контакты в описании под видео. Пока, спасибо за просмотр, всего доброго, не болейте и до новых встреч!